И всем привет, с вами Арсений, и сегодня мы будем играть за Escapist 2. Да. Если что, захотите меня узнать, вот мой скин Арсений, пожалуйста, интересуйтесь, я иногда помогаю, но сейчас помогать не буду. Я очень хотел сбежать с этой тюрьмы, я не могу сбежать. И очень сильно хочу сбежать с вот этой тюрьмы, где она? Замка, вот он. Очень хочу. Хотя бы катапульта, я не знаю. Не могу я найти тот ремень для штанов. В принципе. А что в принципе-то? Что в принципе? Ничего в принципе. Я не знаю. Ладно, хорошо. Так и уговорили. Я помогу ему сбежать. Он пусть будет в ролике. Пусть он будет в ролике, да. Я помогаю. Я люблю помогать сбегать с этой тюрьмы. Если он меня сейчас выгонит, то сам напросился, не попадет в ролик. Я ему напишу «Здравствуйте». Ну, как я всем пишу. Ну, или «Привет». Что вот Арсений, здравствуйте, где он? Ты кто? Фрэнкли, за мной, иди за мной, я знаю, как сбежать. Я тебе помогу сбежать, вот что. Давай, открывай. Чё они? Не. Только не бей. Оп, всё, я успел. Всё. Давай. Терь мне. Терь мне. Со мной, я знаю, как сбежать, как раз люди посмотрят меня, увидят. И ты тоже можешь посмотреть мой канал. Я ему напишу. Давай. Я снимаю. На Ютуб. В принципе, этого все хватит. Давай напишем ему бежим. Мой канал называется Арсенал Персо П
Персонал. Нет. Вот все, помогли одному человеку, в принципе. А ну сюда ты! Ты иди сюда! Как тебе это нравится? Как это произошло? Ох! Спасибо парню Фрэнкли. Спасибо большое тебе, за что ты меня не выкинул из игры. Спасибо большое. Я тебя снял на ролик. Это к тебе даже в пользу. Ты можешь посмотреть меня. Но не сейчас, потому что я еще даже не выложил ролик. Давай Контрперкс найдем. Ареа. Стоп. Ареа 17. Даже обучение, по-моему. Оно что, в обучение разве можно вместе играть? А ну, подожди, я сейчас зайду, проверю. Или это не то? Если не то, то я, в принципе, могу заканчивать, если что. Ну. Ну, быстрее сражайся. А, я знаю эту игру. А что, ха-ха-ха, привет. Я не буду с вами играть. Не хочу, я не умею сбегать с этой тюрьмы. Пока. Даже напишем. Опа. Ладно. У меня там много еще времени до 10 минут. Я могу снимать только 10 минут. У меня право. Если что, можете подсказать, как это не 10 минут снимать. Давай поможем тем парням. Вот Рандерспрекс. Это как там правильно? Ну, наверное, сколько там у меня времени осталось? У меня осталось еще 3 минуты, в принципе, хватит, надеюсь. Если что, пусть они потом сами. Ну что, будем помогать. Будем помогать. Это мое самое первое видео в мире. Или в жизни. Ну, я снимал еще 3 ролика на чужом канале. Так, вот что у меня раньше был такой скин? Нунчик! Дурно. Нунчаки потеряли. Дурно. Очень. Ладно, в принципе, не знаю кто. Хотя не. Не. Воздушный мешок мусора. В принципе. Подожди, в принципе. Это мне не нужно. Чеки. Изолент. А, если была карточка. Ай, ладно. Знаешь, что я сейчас сделаю? Одного полицейского сейчас. В смысле, Арсений, ты опоздал? Я никуда ничего не опаздываю. Я тут босс. Кого зафигарить? Кого? Я хочу его связать. Нечестно. О, привет. Ой-о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 й. Я успел. Здравствуйте. Так. На. Опа, опа. Понемножку, потихоньку. Потихоньку, понемножку.